Здравствуйте, дорогие друзья! Большое спасибо, что вы присоединились ко мне сегодня. И, вы знаете, я решила пригласить к нам в гости человека, который гарантирует нам, что научит за 40 минут, как быть счастливым. И, конечно же, вы сейчас улыбнулись, вы сказали, это нереально, это невозможно. Этот человек был у нас в эфире, и вы можете пролистать и посмотреть, как он интересно рассказывал. И, не поверьте, было так много лайков, подписчиков, что ему можно верить. Тема нашей передачи «Как быть счастливыми». Здравствуйте, Евгений, вы с нами? Да, Елена, приветствую. Снова рад вас видеть. Спасибо, взаимно. Слушайте, в прошлый раз вы на меня произвели очень хорошее впечатление. И мне кажется, судя по тому, сколько людей писали, потом и комментировали, и в Ютьюбе, и в Инстаграме, что-то вы знаете. Что-то вы такое знаете, такое, что людям заходит. Поэтому сегодня мы с вами опять в эфире и поговорим на нашу любимую тему. Как быть счастливым? Вы обещали научить за 40 минут. Итак, время пошло. Что нужно в первую очередь? Лен, вы когда со мной встречаетесь, я всегда на экзамен попадаю. Какой же экзамен? Просто хочется уже вот какой-то ноу-хау, вот хоть что-то. Хочется понять, что мы делаем не так. Почти все. Люди делают почти все не так, и это нормально. Они играют в какие-то свои игры. За 40 минут можно решить вопрос, который есть у человека, и он актуальный, не дает ему жить. Вот о чем я говорю за 40 минут. Станет ли он счастливым? Абсолютно, наверное, нет, но счастливее станет точно. Почему? Если на человека что-то давит и перестает давить, то, конечно, ему становится легче жить. Хотелось бы, чтобы многим было просто, хотя бы легче жить, а тем более хотелось бы научить людей достигать своих жизненных целей. Но и если говорить о счастье, то человек несчастен по нескольким причинам. Я могу эти причины обозначить. Давайте, я загибаю пальцы. Да. Первое. Человеку необходимо стать любимым ребенком в своей семье, любимой дочерью или любимым сыном. Вот он родился, да, если мальчик, то ему надо стать любимым сыном. А если девочка, то любимой дочерью. Почему? Потому что сколько я встречаю несчастных людей, они очень четко имеют представление, что они или никому не нужны, или с ними что-то не так. И они глубоко внутри верят в то, что их не любят. Можете себе представить такое? Но вы говорите о взрослых людях, не о детях, да? О взрослых людях, конечно. Но это начинают уже дети делать. И человек, с кем бы вы искренне ни говорили, вы будете обнаруживать множество людей, что они глубоко внутри не верят, что их любят родители. Потому что они помнят события, которые приносили им неприятности или боль, возможно, даже несчастье. И они думают, что это, конечно, это очень важно было для них. И это закрыло им любовь. Они не могут доверять. То есть, если человек займется своим внутренним миром и поймет, что это он только верит, что он нелюбимый, и может это исправить, станет просто внутри себя человеком, который знает, что его любят. И любят не за что-то, не за то, какой он человек, а просто потому, что он сын. Вот он любимый сын. Смотрите, это очень важно. Два комментария. Первый комментарий. К сожалению, очень часто люди свои неудачи сейчас объясняют тем, что они недолюбыши. Вот у меня есть приятельница, у нее сын бездельник. Но когда ему начинаешь говорить, что он бездельник, он начинает говорить: а вот папа меня на рыбалку не водил, а в кино он со мной не ходил, он все время был на работе, я вот такой брошенный, теперь лежит на диване и объясняет все этим. И меня это в бешенство приводит, потому что папа действительно вкалывал, никто не спорит. Но, извините, ну а что, кто-то же должен был это делать, там мама компенсировала там своей любовью. Но нельзя же объяснять все свои неудачи в 40 лет тем, что в детстве тебя не водили на рыбалку. Согласен я с этим. Даже великий философ Сартр говорил такую фразу, она мне очень нравится, я цитирую постоянно. Неважно, что с вами сделали родители, армия, университет или государство. Важно теперь, что ты с этим всем сделал. Гениальные слова. Да, это великий человек, такие слова сказал, конечно, они сразу в душу западают. Я хочу сказать, что мы понимаем, да, что вроде как мы авторы своей жизни, ответственные, хватит на это пенять, но людям от наших слов легче-то не становится. Ведь это уже речь идет о подсознании, он внутри в это верит, и он не может сам просто из этого выскочить. Но мы с вами договорились о том, что это просто первый пункт, важный. Надо наладить внутри отношения со своей ролью, что я все-таки любимый ребенок, что меня родители любят, и жена меня любит, и дети меня любят. Не за то, какой я хороший или плохой, а за то, что я просто есть. И вот они меня любят ни за что. Понимаете? Иначе человек страдает. Он не может эту эмоцию обойти. Она лежит в его основе. Это корневая такая вещь. Вторая корневая вещь, которая важна. Девочки, конечно, должны пройти по пути такого роста внутреннего из девочки в девушку, из девушки в женщину. И многие женщины не считают себя женщинами, не чувствуют себя женщинами, поэтому существует куча всяких тренингов по поводу женской энергии, женская сила, вернуть себе силу, стать женщиной, правильно одеваться, правильно себя чувствовать. Это очень важно на самом деле, действительно, ощущать себя женщиной, а мужчине ощущать себя мужчиной. И ведь мужчинами не рождаются, мужчинами становятся. И когда человек становится мужчиной, это сильно отличает его по поступкам. Есть разница между мужиками, мужчинами, мальчиками, пацанами, юношами. Большая разница в поведении. И если человек 40-50 лет все еще ведет себя как подросток, надо же понимать, что он никакой не мужчина. И будет себя вести в своей семье или с коллегами, или в обществе не очень адекватно. Вообще, конечно, секрет счастья всегда в том, что ты адекватный и уместный человек, адекватный и уместный. Но для этого мы как раз и раскрываем смысл. Будь любимым, уважай других. Хорошо, подождите. И стань мужчиной или женщиной. Да. Подробно. Чуть-чуть хотела бы подробностей. Если и вправду тебя в детстве не любили, и ты недолюбишь, такое тоже случается по разным причинам. Как мне сегодня заставить себя поверить в том, что меня любили? Да, заставить невозможно. Смотрите, то, что меня не любили, это решение. Это я решил. Вот хороший пример был про парня, у которого отец на рыбалку не брал, туда-сюда. Но ведь это я решил, что он меня не брал, и значит, он меня не любит. Это нет никакой логической связи между тем, что он меня не брал и меня не любит. Он не брал меня почему-то, по какому-то поводу, по какой-то причине, из безопасности. Ему надо было с кем-то встречаться. Действительно, вы говорили опыт. Кто-то зарабатывал деньги, кто-то трудился. Мы жили в другое время. В Советском Союзе как бы не работать было вообще невозможно, да. И мы говорим о чем? О том, что идея, все-таки идея о том, что меня любят, это мое решение. Если я это решил, так я могу отменить свое решение и решить другое. Вот и все. Секрет очень простой. Просто это сильная эмоционально укрепленная история, и, возможно, человек привык из этого извлекать выгоды, управлять другими с помощью своего бездействия, управлять другими с помощью вот такой аргументации. Он мог привыкнуть. Но, честно говоря, сколько я видел людей, я их видел за последние, вот сколько работы сделал, больше 6000 за последние 2 года, я могу сказать, что никто из них не мог осознанно сказать это, что он вот так думает и поэтому извлекает выгоду. Все равно это глубокая история, бессознательная, и, конечно, ему нужен просто человеческий душевный разговор. И если он услышит правду внутри себя и изменит это решение, он начнет плакать на самом деле, неважно какого он пола, потому что это больно, это боль ребенка. Он так придумал, он был в одиночестве, он подумал, что он какой-то не такой, поэтому его не берут с собой, поэтому не обращают внимания, поэтому его стесняются, его не любят. Это такая странная история, но она на самом деле очень искренняя. Вот ребенок разочаровался и искренне, так от сердца, от самого сердца решил, что вот как бывает. Как этот черный гадкий утенок в сказке Андерсена, да? Вот он такой нелюбимый, а потом он неожиданно стал белым лебедем. Да все мы вырастем в лебедей, так что все нормально будет. Не надо. Хорошо, тогда скажите, вы сказали, надо обязательно чувствовать себя женщиной или там мужчиной. Да, но у меня в основном женская аудитория. Да. Как себя? Что значит почувствовать себя женщиной? Что для этого надо? Чтобы тебе вслед смотрели мужчины, делали комплименты. Или чтобы тебе ребенок говорил: ой, какая ты ласковая мамочка. Вот где те критерии, по которым ты понимаешь, что да, я настоящая женщина. Или надо одеваться во все брендовые, очень дорогие вещи, и все будут говорить: ух ты, какая женщина, мне б такую. Ну, видите, какая интересная история. Даже вот все три примера, они все-таки про внешнюю атрибутику, про внешнюю оценку, да? Что кто-то там снаружи должен тебя оценить, женщина ты или нет. А мы говорим о том, что стать счастливым – это индивидуальный процесс, это я себя чувствую счастливым, чтобы не было. И я, женщина, себя могу чувствовать, как бы я ни была одета, что бы со мной ни происходило. Это про мои чувства и про мое естество, насколько я себя естественно чувствую. Именно собой, а не кем-то другим. Именно... тем человеком, который, принимает свое тело, принимает себя, что я в женском теле. Второе, принимает то, что женщина, она выражает свои чувства. Я естественно и выражаю свои чувства. Я не связываю свои чувства и свои одеяния с внешними атрибутами. Когда мы говорим, что кто-то обращает на женщину внимание, сегодня так модно говорить о том, что женщина должна выглядеть или модно, или сексуально, да, к примеру, чтобы она была привлекательна. Но есть очень хорошее другое слово, русское слово, есть желанное. Если я уж женщина, то я могу быть желанной женщиной. Это опять мое восприятие меня. Насколько я желанная. Просто женщина, которая нежеланная, на которую внимание не обращают, она внутри верит в это. Что она опять никому не нужна, она какая-то не такая, некрасивая, неказистая, что-то с ней не то, что-то с телом не то, что-то с внешним видом не то. То есть у нее достаточно сильно развит негативный интеллект и негативная самооценка. Так же, как и про родителей, только теперь мы уже берем другую ипостась. Да, там родовая система, как я в семье, а здесь как я естество по природе, да, насколько я воспринимаю свое естество природное. Понятно. Вот в чем вопрос. Так, еще... И третья такая штука очень интересная, это уметь трудиться. Уметь трудиться и делать что-то полезное для людей. Если человек не трудится, как бы он себя не чувствовал, на самом деле, я имею в виду любимым, там, ребенком и так далее, и женщиной, если он не способен создавать что-то полезное для других, у него не будет счастья, честно говоря. Потому что эгоцентризм, это опять это такой внутренний процесс, или эгоизм уже у взрослых людей. Это когда я замыкаю все на себя. То есть как будто мира нет, как будто я теряю связь со всеми остальными, и нету никакой ни близости, ни теплоты, ни связи. Я не могу отдавать. Если я не отдаю, то я накапливаю. А все, что я накапливаю, на меня давит очень сильно. Поэтому человек, который активно делится с другими, он на самом деле сильно освобождает свой внутренний мир и радуется вот этой чистоте внутренней, свободе. И тогда на пустое место, святое место пусто не бывает, туда обязательно приходит что-то новое, что-то от жизни, что-то радостное, энергии приходят другие, способности приходят другие. Чем больше человек трудится, тем легче ему делать шедевры. Потому что, когда вы видите красивые вещи, которые делают люди, на самом деле они потратили очень много лет и очень много раз это делали, и теперь у них это легко получается. И вот дарить красоту, на самом деле, это труд. Проявляться для других людей, делать пользу, это большой труд. И люди называют это служением. Быть в служении. То есть труд — это не то, что мне тяжело работать. Это когда я делаю что-то, люблю то, что делаю, и делаю это полезным для других. Тогда я становлюсь счастливым. Попробуйте вот сами не работать, не делать свои любимые дела. Как вы будете себя чувствовать? У вас будет подавление, я думаю, так? Не знаю, не пробовал. Да, вот попробуйте, просто чтобы понять других людей. Вот человек несчастный лежит на диване, он не может быть счастливым, когда он освобожден от труда. Он думает, что его труд напрягает, но на самом деле труд сделает его счастливым, потому что у него будут личные результаты. Ну ладно, у него будет все мои подписчицы работают, поэтому это как раз с этим проблема. Но не все любят свою работу, не все любят свою работу, и не все любят работать для других. Они, многие думают, что они рабы, что их система использует как винты. Один в государственном учреждении служит людям, а другой говорит, я тут просто болтик какой-то, винтик. И опять вы видите мнение, опять самооценку, опять человек не понимает, что все системы служат для других. И мы работаем все в системах, это невозможно. Без системы создать безопасность, без системы создать цивилизацию невозможно. Надо научиться правильно воспринимать. Мы говорим о том, что негативный интеллект, негативная оценка делает людей несчастными. Скажите, а какая сфера для человека важнее? Отношения с близкими, финансовое благополучие или работа? Ну, я что могу сказать? Конечно, у каждого может быть по-своему, но дефицит в любой из этих сфер сделает человека, опять же, несчастным. Поэтому все сферы важны. Просто вопрос гармоничности и равномерности какого-то распределения. И я думаю, что в разное время жизни ты уделяешь этим сферам разное внимание. Потому что молодежь отдельно относятся к семье, ему больше друзья интересуют, там, внешний мир. А взрослые люди, которые создают семью, им уже важна семья. Кто-то без труда не может делать. Для мужчин, например, лишение дела означает лишение смысла жизни. Если женщина может, например, не рассматривать как дело всей жизни, да, то у мужчин это по-другому. Да, да, она может заниматься воспитанием, для нее это будет смысл. Поэтому я думаю, что здесь немножко есть уникальный подход, да, но с точки зрения, что все сферы должны быть охвачены, это точно. А баланс будет зависеть лично от предпочтений человека и, наверное, от его судьбы. Хорошо. А такой вопрос, что значит не знать себя? И как, почему в современном мире говорят, что люди плохо знакомы сами с собой? Да, это, я тоже так говорю. На самом деле люди никогда не знают, почему они так поступают. Если я себя знаю, я знаю, как я буду поступать. Если я себя знаю, я знаю, как я, что я чувствую, и из каких чувств, из каких мотивов я сейчас принимаю решения. Поэтому многие люди жалуются, что они не знают, почему они работают на этой работе, почему они живут с этим человеком, почему они до сих пор как бы ведут такой образ жизни, они не могут объяснить. Они могут объяснить, например, вот я с женщиной встречаюсь, да, на своих семинарах, я спрашиваю, что любит твой муж, сколько ты с ним живешь, 25 лет, что он любит? Она задумалась и молчит. Она не знает, что он любит. 25 лет они живут вместе, и они не замечают, что они любят. Представляете? А как и вы тогда вопрос, она знает себя? Как вы это объясняете? Я объясняю, что у него в управлении есть только его внимание. Внимание. На самом деле он управляет внутри себя своим вниманием. Его внимание направлено на что-то. И оно на что-то, где-то в прошлом это внимание очень много застряло. То есть он не видит внешнего мира. Он живет немножко как робот, как автомат, как ну, грубо может быть звучать, но все равно больше как животное, больше инстинктами, потому что он проживает эту жизнь просто бессмысленно, потому что он не осознает, что на самом деле прямо сейчас происходит. У его внимания застряло где-то в его памяти, в чем-то болезненном, важном, странном, страшном, в чем-то еще. И в какой-то истории. Человек очень сильно хранит истории. Он живет историями. И вот что важно, сейчас это ответ на вопрос в том числе, что человек, который не видит, какую роль он играет, не осознает, он не может быть в том числе счастливым, потому что он ее не проживает, он ее делает бессознательно, он ее не чувствует. Многие люди копируют своих родителей, своих бабушек, дедушек, людей, которых воспитывали. И в современной жизни, когда уже прошло 40-50 лет от момента рождения, уж нет тех близких, кого скопировали, продолжают пользоваться их способом. Но их способ был в той исторической реальности, а мы сегодня живем в другой цивилизации, в абсолютно другой реальности. Приведите примеры. Вот какие примеры? В основном это больше выживательные программы, можно так сказать. Люди не позволяют себе что-то покупать, чем-то обладать, не позволяют себе что-то просить, не позволяют себе легко поменять работу, не позволяют себе прожить 30-40 лет и пойти с нуля выучиться на новую современную профессию, которой раньше не было, ее освоить и начать жить уже в другом совсем обществе и быть полезным. Они держатся за старое. Они ведут себя, ну, делают там запасы какие-то там, как бабушки, собирают библиотеки и так далее, и так далее. Хотя они не пользуются. Вот я, знаете, вот про себя могу рассказать. Смотрите, я очень люблю читать, у меня очень много книг, да, и у меня даже там специальные шкафы тоже, прекрасные, хорошие авторы. Но я в какой-то момент обнаружил, что на самом деле я очень часто покупаю как будто в библиотеку свои книги. Как будто я хочу их иметь. Я вспоминаю потом, анализирую, что у меня бабушка была библиотекарем, она очень любила книги. Потом я могу сказать, я делаю более 60 перелетов, да, в своей жизни. И я могу сказать, моя мама мечтала быть стюардессой, она всю жизнь мечтала летать. А вот мой папа там водитель, да, был профессиональный. И он, соответственно, у меня два брата работают водителями, и мой сын работает водителем. Понимаете, это вот эти, переходят эти модели, да, которые мы берем. И мы даже не осознаем, что на самом деле тогда это было важно, а сейчас это уже не очень важно. Можно себе это оставить как навык. И это хороший фундамент, хорошая основа. Но нужно осознавать. Это для тебя лично, это близко, это важно. Ты это для бабушки делаешь, для мамы, для папы. Для кого ты собираешь эту библиотеку? Все та же мотивация. Чтобы меня любили, посмотри, я такой же, как ты. Очень много разных и таких интересных идей у людей. Это способ приготовления еды, это способ общения. Потому что есть люди, которые, например, общаются на уровне претензий, друг другу претензии предъявляют. И когда ты посмотришь, как у них в семье было принято, но на самом деле у них и в семье всегда они видели пример такой, не культуры общения, там, чтение совместной литературы, обсуждения, например, да, а просто пришел с работы, тебе претензия, и в ответ претензия. И оказывается, они не то чтобы имеют претензию, это просто способ теперь общения. Способ общения, понятно. Форма. Вот у вас вопрос, как понять свое предназначение в жизни? Предназначение в жизни, ну у меня своя как бы точка зрения на эту тему, да, я различаю предназначение и призвание. Потому что люди многие хотят знать призвание, но спрашивают про предназначение. Предназначение это стать человеком, мы рождаемся как бы в невежестве, с нулевыми знаниями, мы еще не знаем, даже мы не знаем, мальчик или девочка родился, то есть ребенок родился, он вообще ничего не знает, он в неведении, вот так правильно сказать, рождается. И он на самом деле должен освоить вот эти три потока, про которые я говорю, в собственной жизни. Это стать любимым сыном, это, соответственно, потом стать любимым отцом, да, потом стать любимым дедом, любимым мужем. То есть это позиция, которая должна быть понята человеком, что он должен пройти семейную историю по родовой системе, он должен освоить все эти роли. Это обязательно предназначено. Если я игнорирую роли в семье, я не буду счастливым, я буду изгоем. Это важно пройти этот путь. Второй путь важен. Это все-таки мальчику стать юношей, юноше стать мужчиной. Это тоже путь. Это инициации, это взросление, это нахождение определенного общества. У женщин то же самое. Найти взрослую женщину, которая способна смотреть, как она действует, чувствовать себя, учиться чувствовать, учиться выражать чувства, никого не обвиняя. Это целый путь, то есть это навыки. И третий, конечно, учиться трудиться, быть полезным. Вот тогда человек выполняет предназначенное. Он человек. Он пока маленький потребляет, когда большой начинает отдавать. Мы живем в обществе, мы живем в семье, мы живем сами с собой. И нам необходимо научиться давать себе, давать другим, брать для себя, брать для других, уметь обмениваться. Это предназначено. Понятно. Теперь вопрос призвания. Призвание. Да. Вопрос призвания, он очень важен. Вопрос, почему? Потому что люди думают, что они должны знать свое призвание, к примеру, уже там в 20, 25, 30, 35 лет. Они вот уверены, что их уже должны позвать. Но в моем представлении так. Если Создатель создал эту жизнь, наверное, Он создал тебя не примитивным человеком, а достаточно развитым человеком. Чтобы быть развитым человеком, надо уметь учиться у мудрых людей разным видам деятельности, видам общения, способом, так сказать, жизни. И за жизненный путь человек проходит много разных профессий, это нормально. Он может менять разные должности, осваивать одно, второе, третье. Вот если он это все не освоил, не будет никакого призвания. Когда человек ничего не умеет делать, никакое призвание его не позовет и ничего не откроется. Но вот если он накапливает в себе жизненный опыт, полезный опыт, он общается с мудрыми людьми, то он в какой-то момент осознает и увидит, что появляется дело, которым он не может не заниматься. Вот он просто... Что бы он ни делал, он все равно это будет делать. Он его увидит и поймет, что все, что он в жизни проходил, оказывается, пригождается для мастерского делания того, что он не может не делать. Это счастливые люди. Друзья, счастливые напоминаю, что у нас в гостях Евгений Теребенин, коуч и психолог. Просто я, по-моему, пропустила это в начале и виновата. Еще раз, зато Евгений Теребенин, что я автор метода терапии души. Зато сказать, что я автор метода терапии души. Это очень важно, это то дело жизни, которым я сейчас занимаюсь. Да, да, терапия души. И, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь и на мой канал подписывайтесь, на канал Евгения подписывайтесь. Очень много полезного и интересного. Евгений, тут вам еще задают вопрос. Что делать, если потерял себя и не знаешь, кто ты теперь? Смотрите, очень простая тема. Это значит, что если ты себя потерял, значит, ты не выполнил предназначенное. Годы идут, я предназначенно не выполнил. А мы уже с вами знаем три потока. Первое. Посмотри, какие отношения у тебя с мамой, с папой. Кто ты для них вообще? Ты для них ребенок, сын, ты не потерял роль? Ты, может быть, вырос и подумал, что ты уже не их ребенок? Может быть, ты потерялся как ребенка, не чувствуешь себя? Второе. Посмотри, выполняешь ли ты женское или мужское свое предназначенное. Если ты не выполняешь, ты себя потерял. И третье. Посмотри, какую пользу ты делаешь. Если ты все это посмотрел, то я могу сразу сказать, если ты не знаешь, как достичь своего самого себя, иди просто трудись и будь внимателен. Делай простые вещи, начни помогать людям. Будь полезен людям, и у тебя откроется осознание, чувствование, в чем же все-таки проблема. Как только вы начинаете взаимодействовать с людьми, общаться, быть им полезным, помогать им, трудиться, у вас открывается знание. Само по себе открывается. Вы начинаете слышать от людей, появляются мудрые люди, появляются способные люди, появляются... Вы слышите информацию, смотрите кино, у вас начинает открываться это восприятие, и вы неожиданно знаете. Но еще есть секрет очень простой, хочу с всеми поделиться сейчас этим секретом. Мама знает, кого рожает, понимаете? Это что значит? Это значит, что общайтесь с матерью искренне, и вы получите... это знание от матери, оно из нее, ты из нее вышел, ты от матери все взял. Общайся с матерью, восстанови максимальный контакт, будь искренен, уважай. Понятно. Евгений, тут вам пишут, я за 1,5 года посещения терапии души нашла себя и свое дело любимое. Слава Богу, что я люблю людей. Это вот, по-моему, ваша какая-то ученица. Может быть, да, я не вижу, кто там пишет, но я что хочу сказать. Смысл терапии души очень простой. Я могу несколько постулатов рассказать, простых. Первое. Человеком не рождается, человеком становится. Человеком становится. Если я все еще не сам с собой, значит, я кого-то играю. И когда человек приходит на групповой семинар, групповую терапию, я помогаю ему увидеть эту игру. В чью историю он залез и чью роль он играет. Если он эту игру прекращает, то на самом деле он перестает играть как папа, как мама, как бабушка, как кто-то еще, как кто-то, как начальник на работе. Он начинает чувствовать сам себя. Второе, надо восстановить контакт с собой, то есть свои чувства, сердце открыть. Открытое сердце позволяет себе чувствовать. Ты должен узнать, что ты не тело, что ты не твой ум, что ты не твои чувства, что ты не твоя душа и не твой дух, что это все у тебя. И вот это вот чувствование, оно произойдет, когда человек разотождествляется с ролями. Тогда он себя находит очень легко. Но приходится несколько раз ему работать с этим вопросом, потому что слишком много игр человек играет одновременно, слишком много ролей. Очень важных людей в своей жизни он не отпускает, а всех, кого он не отпускает, он носит в себе и пытается повторять за ними. И есть еще одна интересная штука у человека. Он не признает заслуги других людей. Вот тот, кто себя потерял, он не признает заслуги других людей. Он не признает, что папа работал, а не просто его оставил. Он не признает, что бабушка на самом деле своей грудью всех выкормила в голодное время. Кто-то там погиб на войне, кто-то защищал, кто-то отказался от своей фамилии, чтобы его родственников не нашли и не забрали в начале прошлого века. Да? И этот человек не признает заслуги того, что он живой. Соответственно, он себя никогда не найдет, потому что он будет все время от этого прятаться, убегать и рвать с этим контакт. Поэтому как только вы начнете признавать заслуги людей, которые хотя бы рядом с вами живут, которые хотя бы рядом с вами трудятся, которые действительно много делают, когда мы с вами говорим, что человек хочет жить в безопасном, красивом мире. Ведь если опасно, счастливым очень тяжело быть, когда опасно кругом. Но а что делает безопасность? А безопасность делают профессионалы. Я привожу простые примеры. Вы бы хотели, чтобы вас на самолете перевозили профессиональные пилоты? Естественно. Хотели бы. Хотели бы на такси ехать по Москве профессиональным водителям? Чтобы трамваи профессионалы водили, чтобы еду готовили профессионалы, чтобы вашей коммуналкой занимались профессионалы, все, что связано с энергией и так далее, и так далее. Вы хотите, чтобы были профессионалы вокруг вас, но станьте просто сами профессионалами в своей профессии. Да. Если все так будут делать, то мы будем жить в очень безопасном мире, будем признавать друг друга, и нам не придется и проигрывать чужие роли, потому что мы их не признаем. Олег Геннадьевич Тарсунов сказал очень хорошую штуку, очень хорошую такую фразу, он сказал в одном из семинаров, он говорит, все, что ты критикуешь в человеке, тебе придется пережить самому, потому что ты возьмешь это себе. Раз ты не понимаешь, как ему тяжело, критикуешь его, это есть внутри тебя. Оно раскроется, и ты станешь таким же. А когда переживешь, скажешь, а вот как это тяжело от таких тяжелых привычек избавиться, от таких тяжелых эмоций, как тяжело избавиться. Начнешь ценить другого человека, понимать, что он живет сложную жизнь. Вот я много людей на терапии вижу, да, и ни у кого нет простой судьбы. Когда смотришь человеку внутрь и понимаешь, какой он путь тяжелый проходит, как его родители жили, как мы вообще все жили. Все жили непросто. Стоит это уважать, что цена жизни очень высокая. Цена любви очень высокая. Это не дешевая штука жизни. И любовь и счастье это не дешево. Это мы заслужим своим трудом и своей жизнью. Евгений, И следующий вопрос. Как выйти из выживательной программы? Очень хороший вопрос. Очень хорошая штука, конечно. Но самостоятельно достаточно тяжело выйти, честно говорю. Почему? Смотрите, когда наши идеи крепки в нас, мы из них рассуждаем. С помощью этих идей мы мыслим. Наше мировоззрение уже сформировано нашими убеждениями, и мы из него смотрим на проблему. Конечно, лучше бы посмотреть вместе с другим человеком, чтобы он имел альтернативную точку зрения. То есть придется поменять образ мышления. Другие идеи надо исповедовать. Люди, например, под выживанием подразумевают очень часто одиночество, к примеру, да? Или, ну уж мы про голод-то не говорим сегодня, да? Но про то, что мало денег зарабатывает человек, не имеет возможности путешествовать и так далее. Так, когда-то мне на бизнес-тренинге в 2000 каком-то там году сказали, если ты будешь думать как обычно, делать как обычно, результаты твои будут как обычно. Если ты хочешь других результатов, будь любезен. Думай по-другому, делай по-другому, и результаты точно будут другие. Поэтому всем, кто хочет поменять свою жизнь, я хочу сейчас прямо сказать, измените свой образ жизни. Измените порядок, прям буквально ходите по другим улицам. Ну вот вы встаете, ходите на работу. Вот, ну что, поменять вот я и хочу сказать. Ну, нет, работу, поменять семью, а что поизменить? Нет, измените время, во сколько вы встаете на работу. Идите по другой улице. Заговорите с тем коллегой, с которым вы на работе никогда не разговаривали. Знакомьтесь с другими людьми, с кем вы не общаетесь. Прочтите другую книгу, которую вы никогда не читали. То есть измените порядок своей жизни. И вы увидите, что у вас сразу начнут меняться результаты. Вы никогда не прибирались в подъезде в своем. Выйдите в субботу с ведром, промойте подъезд. Хотя бы одну площадку. Выйдите, посадите цветы возле дома. Просто. Или подберите мусор, идете мимо, если вы никогда этого не делали. Начните делать то, что вы никогда не делали. Простые действия, и вы увидите, как изменится ваша судьба. Изменится все. Человек зарабатывает хорошо или хорошо живет, когда у него много энергии. Но энергия появляется только тогда, когда мы вместе взаимодействуем, обмениваемся. Когда мы участвуем в каких-то больших процессах. Если человек выживает, он прячется и не участвует. Станьте участником. Перестаньте быть таким футболистом, который сидит на диване, обсуждает, как неправильно на мокрой траве кто-то сейчас мимо ворот промахнулся. Выйдите на траву, начните пинать мяч и поймете, чего это стоит. Просто начните действовать. Идите в парк, возьмите мяч, начните играть, пойдите с людьми, пообщайтесь, возьмите своих детей, сыграйте в игру, которую никогда с ними не играли. Сходите, купите другие продукты, поешьте что-то другое, сделайте другое, понимаете? Простые другие вещи. Измените свою жизнь сами. Для этого не надо больше денег, для этого не надо больше времени. Одно и то же время на работу вы занимаете пути. Поменяйте маршрут. Понимаете, да, о чем я говорю? Отличное предложение. Слушайте, Евгений, вы знаете, вам тут признаются в любви. Тут говорят, я не могу не заниматься терапией души по методу Евгения Теребенина. Как вам это нравится? Ну, слава богу, молодцы. Потому что это помогает очень многим людям. А когда вы помогаете людям, вы чувствуете удовольствие, вы рады за них. И у вас счастье внутри от того, что вы действительно полезны. О чем мы начали сегодня говорить с Еленой Ханга. О том, что когда вы полезны, вы счастливы. Если вы бесполезны, вы раздавлены. Да, золотые слова. Следующий вопрос. Евгений, какие можно задать вопросы родителям, чтобы узнать себя лучше, сблизиться с ними? Ведь родители знают, кого рождают. Благодарю. Попросите у них прощения за свои обиды. За свою глупость, за то, что обижался на них, за то, что мало общался, за то, что не понимал, как они жили, за то, что придумал что-то про них. Вот за это. За детское поведение за свое. За то, что отчуждался, за то, что не был нежен к маме, за то, что не понимал, как она уставала. Понятно. Хорошо. И это сильно изменит. Это сильно изменит ваши отношения, потому что они уже не ждут. Они уже не ждут, что ты их поймешь. Ты хочешь, чтобы тебя поняли. Попробуй их понять. И когда ты поймешь других людей, тебе станет легче. Один философ американский тоже сказал очень хорошую фразу. Вы хотите быть счастливыми? И он говорит, да, мы хотим. Он говорит, тогда будьте готовы принять от людей все, что угодно. Ничего. И второй этап. Не делайте людям то, чего они не могут вытерпеть. Но от них будь готов принять все, что угодно. но не делаем то. Иисус говорил другие вещи, Он говорит, делай с людьми так, как хотел, чтобы с тобой бы поступали. Поступай так же, да? Это та же самая история. Но мы зачастую обижаем людей, мы грубы, мы разрываем контакт, не общаемся, не обращаем внимания, игнорируем, не ценим. Но мы тогда, получается, хотим, чтобы с нами так же поступали. Но если вы не хотите, чтобы с нами так поступали, надо перестать это делать просто. Да. Просто перестать делать вот эти неприятные вещи, вы увидите, что ваша жизнь наполнится больше любовью, больше радостью. Следующий вопрос. Что делать с прокрастинацией и делать-то? Что надо делать? Ну... Прокрастинация, смотрите, эта штука, вообще слово не русское на самом деле. Русское слово прокрастинация – это откладывание, да, на потом. Надо понимать, что никакого потом не будет, потому что когда потом наступает, там появляются другие дела. Соответственно, ты уже не сможешь это сделать вообще. Я много раз работал с прокрастинацией, да, то есть с откладыванием. И я всегда видел, что у человека есть травмы психологические, детские, школьные, детсадовские, разные штуки. То есть это решается, можно, конечно, нанять человека, который будет тебя заставлять делать все вовремя, и ты будешь под надзором это как бы новые привычки развивать, но это тяжелая история. А можно просто пойти к терапевту души и за один или две встречи ты можешь этот вопрос решить, просто убрать, и у тебя не будет этого препятствия, ты не будешь останавливаться. Терапевты души, на самом деле, я хорошую новость хочу сказать, что мы вот с Еленой не виделись достаточно давно уже. За это время уже прошло обучение более 200 человек, их на самом деле... Забить можно на сайте, просто в браузер терапевты души, и вы попадете на их сайт, там приличное количество людей уже на сайте есть, их будет еще больше, еще больше. Я хочу сказать, что они доступны абсолютно, каждый в своей категории, в своем мастерстве работает, поэтому обращайтесь с такими вопросами напрямую к ним, они помогут вам действительно решить. Лучше лично, но даже сегодня в онлайне популярные работы, и от них есть тоже польза. Так что занимайтесь. Не пробуйте сами преодолевать свои препятствия. Вдвоем, троем в команде всегда легче. Поэтому я люблю работать в группах. Практически уже не выделяю время на индивидуальные, потому что слишком дорого. Лучше сразу с 40 человеком, чтобы они слышали, чем один будет это слушать. 40 раз повторять каждому придется. Справедливо. То есть мы чем больше живем, тем больше ценим время. Евгений, вопрос. Есть ли какие-то правила простейшей психогигиены, которые нужно делать регулярно? Интересный вопрос. Но правила, я здесь, смотрите, что слышу, да. Я вам сейчас две вещи расскажу. Первая коротенькая, да, первая очень коротенькая, но ее нужно... Она легкая, но ее тяжело понять, и тем более тяжело сделать. Чем проще обычно поступок или действие, да, тем сложнее он реализуется, как ни странно, в нашей жизни. Мы сложные вещи делаем с удовольствием, а простые почему-то пропускаем. Вот смотрите, есть такое понятие «нести ответственность за свои чувства». Что это значит? В моем представлении вот что это значит. Я встречаюсь с человеком, и я раздражаюсь, например. Такое же бывает нормальный процесс, да? Естественный, часто встречающийся. Так вот, я раздражаюсь ведь в контакте с этим человеком. Что такое взять ответственность за чувства? Обычно человек думает, что меня человек, например, встретил некого там Иванова, да? Вот Иванов меня раздражает. Так человек думает обычный. Тот, который берет ответственность за свои чувства, он говорит по-другому. Он говорит, я сейчас раздражен. Мы встретились, но я сейчас раздражен. Это не из-за вас я раздражен, а я почему-то внутри раздражен, но это к Иванову не имеет никакого отношения. Это моя ответственность за мои чувства. Что это внутри меня, но это не из-за вас, извините, как бы, если вдруг такой тон, как бы, да. То есть я беру ответственность. Вот человек, который начинает, это психогигиена. То есть я не связываю свои чувства с другими людьми. И тогда у меня не создаются эти внутренние психические связи, и я не беспокоюсь по поводу других людей. Их поведение перестает меня все задевать, когда я осознаю свои чувства отдельно от людей, не связываю. Это очень сильно облегчает жизнь, очень сильно. Люди начинают думать больше, прежде чем делать, меньше реагировать. И вторая тема такая, психогигиена, которую можно самому научиться, она очень легкая, я ее даю как практику, она простая. Многие люди думают, у них есть картинки в голове у всех, и они сидят в уме. Многие люди в эмоциях сидят, я так скажу, сердечность, да, такая, эмоционируют очень сильно. И когда сильно эмоционируют, они ни о чем не могут думать. Есть люди, которые мало думают, мало чувствуют, вообще ощущают жизнь себя как тело, как материалисты, живут, конечно, больше через тело, через ощущения. Если я ничего не ощущаю, ничего не делаю. Смотрите, как интересная штука. Ощущения, чувства и мысли, они параллельный процесс осуществляют. 3 потока. Надо научиться делать их одновременно. Ощущать свои ощущения в теле, чувствовать, что я сейчас чувствую, и еще слышать, что я думаю. Если вы это будете делать, у вас будут происходить колоссальные изменения по освобождению психики. Потому что зачастую, когда мы встречаемся с другим человеком, он задевает наши чувства, которые в нас. Если я буду ощущать, где они в теле, и слышать, что я начал думать по этому поводу, то я увижу разницу между человеком и тем, что внутри происходит. И это будет просто большое освобождение, энергетическое, телесное. Человек может множество психосоматических заболеваний исцелить этой практикой, когда он соединяет свои ощущения, свои чувства и свои мысли. И делает это одновременно. Такой внутренний наблюдатель. Научитесь наблюдать за собой внутри. И это даст вам свободу жить. Вы тогда поймете, что это я и есть тот, кто наблюдает, это я. А не тот, кто сейчас чувствует, не тот, кто ощущает, и не тот, кто сейчас думает. Я тот, кто наблюдает. И вот это откровение про самого себя. Евгений, вопрос от наших зрителей. А можно как-то смягчить последствия того, что ты когда-то осуждал? Можно, конечно, попросить прощения. Но люди, смотрите, как делают. Вот есть такой мой любимый тоже автор, Дмитрий Валентинович Троцкий. У него очень много роликов в Ютубе, очень интересный человек, очень мудрый, тоже много учился и очень много с людьми работает. Он рассказывает такой пример, мне он очень нравится. Ну вот я сейчас немножко грубо его расскажу, там, типа, я беру там табуреткой, кому-то кинул в него, стукнул человека. Такой вот грубый поступок, очень сильный. И потом, смотрите, я иду в церковь и Николаю Чудотворцу на колени встаю и прошу прощения. Понимаете? И я же помолился, прощения попросил. А человека, как вот у него болело от этой табуретки, от события, так и болит. Ему легче-то не становится. Поэтому просите прощения у тех, кому больно делали, и вас отпустит. Если этих людей нет живых, идите к терапевту, он вам поможет разобраться с этим вопросом за один прием. Вы вполне за 40 минут и за 30 минут решите этот вопрос. Потому что я могу спрыгивать, неискренним быть. Я попросил прощения, но не искренне. Это, типа, Лен, прости меня. Вот так вот. Но не искренне. Понятно. Не от сердца попросил, из ума попросил. И мне легче не будет, и человеку легче не будет. Если из сердца попрошу, то, конечно же, произойдет освобождение. Конечно. Но человек имеет право вас не прощать. У него свои обиды, он сам свою игру играет. Это уже его дело. Если вы из сердца попросили, вас отпустят, и вы перестанете спрашивать эти вопросы. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос. Всегда впадаю в неценность при общении с мужчинами. Чувствую себя неполноценной, когда одна нахожусь, ценю себя и вижу, какая классная. А из-за того, что они не выбирают, скатываюсь в недоценность. Ну вот я прямо девушке вот это отвечу сейчас, которая пишет, прямо ей сейчас отвечу, да? Что я про нее могу сказать? Я ее чувствую, да, что с ней происходит. У тебя нет контакта, ты в отлете находишься, то есть у тебя нет контакта, а значит ты чувства не передаешь, то есть ты не искренне не чувствуешь других людей и себя плохо чувствуешь. И когда человек мужчина, важна женщина с чувствами, очень... Она может быть сдержана, но в принципе она должна быть в моментах жизни искренняя и обмениваться чувствами, потому что мужчины, у них с чувствами плоховато. Как Жикаринцев Владимир Васильевич говорит, тоже наш хороший автор, в Санкт-Петербурге живет, наш современник, он говорит, смотрите, у женщины грудь полная, она не просто так полная, она еще и чувствами полная, а у мужчины пустая, плоская, у него там нет чувств. Он от женщины чувства берет, а когда он берет от женщины чувства, он начинает жизнь чувствовать. То есть женщины как бы наполняют своими чувствами мужской мир, и мужской мир начинает переживать свою жизнь. Когда женщина не выражает чувства, мужчина ее не выбирает, он ее не чувствует, он не имеет с ней контакта, в этом проблема. Поэтому вам лично, кто написал этот вопрос, необходимо раскрыть чувства, просто восстановить контакт и обнаружить, почему вы его прерываете, почему вы отлетаете от кого-то, от чего-то вы отлетаете. Еще раз, сайт терапии души, пожалуйста, идите, найдите себе человека, там их много как бы специалистов, которые вам кажется, что он вам подходит визуально, или по его образованию посмотрите, почувствуйте его и свяжитесь, восстановите контакт. И мужчины начнут вас чувствовать, они начнут вас видеть и начнут вас выбирать. Никакой проблемы нет. А, конечно, так потом травма отвержения. Она меня не выбрала, мне больно. Я опять плохая женщина, неказиста, некрасивая, что-то со мной не так. Это опять подпитка негативного интеллекта. То есть каждая встреча запускает этот негативный интеллект, получается. А надо просто причину убрать, восстановите контакт, начните чувства выражать. И до свидания, негативный интеллект. Понятно. Так, еще один крик души. Что делать? Я всегда чувствовала, что моя родня со стороны мамы меня недолюбливает с детства, постоянно придирается ко мне. Я попросила первое прощение за нашу ссору, но она обиделась и молчит. Ну, как? Ну пусть молчит. Ну, и не учит, во-первых, прощение не получилось, потому что многие люди, когда прощения просят, они обвиняют других, сами того не понимая. Ну, хотелось бы послушать просто текст прощения. Ну, понятно, подробнее. Слушайте, Евгений, многие ходят к психотерапевтам, особенно это популярно в Америке, годами. Прямо, по-нашему говоря, подсаживаются на это. Да. Вот вы считаете это правильно? Вы считаете, что психотерапевты действительно к себе приковывают, привязывают пациентов? Или сами это просто такая гигиена души, и надо туда ходить, как мы ходим к зубному врачу регулярно? Смотрите, у меня какое мнение про терапию, да? Терапию надо ходить только тогда, в моем представлении, когда ты не можешь достичь какой-то цели. Много раз пробовал, но не получается. То есть ты уже перепробовал все и не получается. Значит, есть препятствия, которые я не вижу. Все. Тогда можешь сходить к человеку, да? И эти препятствия должны быть невидимы, то есть они психического или полевого смысла. То есть это не история тогда, когда у меня нет денег или еще чего-то там. То есть если вы не достигаете своей цели, вам, ну, возможно, нужна помощь терапевта, если вы перепробовали все способы. Если вы даже не пробовали, не ставили цели, но если тогда это запрос, что я не могу ставить цели, тогда да. Но в принципе, если у тебя нет как бы проблем с достижением цели, ходить никому не надо. Если ты трудишься, достигаешь. Жизнь сама по себе терапевтична. Общение с людьми, любые искренние отношения, они очень сильно нас преображают. Поэтому терапевт — это тогда, когда я не могу общаться, не могу быть искренним. Тогда я иду, чтобы восстановить контакт. Восстановил контакт, до свидания, терапевт. Все. Один раз сходил, контакт восстановил, иди общайся. Тебе люди сами поправят. Сам об них исправишься, сам почувствуешь, переживешь. Необходимо мужество переживать жизнь, переживать свои чувства. И тогда терапевт будет невостребованная профессия. Просто многие люди придумывают такую штуку. Первое, они хотят, чтобы за них решали проблемы. Заплатил деньги, реши за меня. Это одна история. Вторая история такая. Существует в классической терапии понятие, и на уровне терапевтов распространенное, что если ты не выстроишь родительско-детские отношения, так сказать, он не увидит фигуру родителя, этот клиент, он не сможет тебе доверять, быть теплым, там, близким и так далее. То есть, выстраивая близкие отношения, он как бы строит себе замену и начинает получать то, что не получил раньше. Но это такой способ, знаете, может всю жизнь мамку сосать, как бы, и быть голодным каждое утро, да. Мне это не очень близко, поэтому я и занялся разработкой своего метода, чтобы это было. Есть вопрос, есть на него ответ, больше по этому вопросу ко мне не придешь. То есть один запрос точно сформулированный, решаешь его, и больше нет этого вопроса. Понимаете, люди дважды с одним и тем же не приходят. А то, что я наблюдаю в классической терапии, с одним и тем же вопросом люди ходят. Вот человек буквально ко мне пришел, 10 минут мы с ним поработали, а до этого он работал очень много. Потеря отца. Вот он 10 лет ходит, отца не похоронил. 10 минут правильного подхода, быстрого. Расплетение образов, развязывание связей на уровне полей. Все отпустило человека. Хорошо, отпустило. А развод? Вот сколько, на ваш взгляд, надо раз сходить к психотерапевту, чтобы примириться с разводом? На самом деле, если в разводе только история развода, то один раз. Если в истории развода множество ситуаций, например, уход отца из семьи, к примеру, внутри развода, потеря ребенка, что-то еще, то, может быть, человек не осилит несколько травм одновременных, прикрытых словом «развод». Просто развод – это достаточно жесткая штука. Развод – это разрыв с кем-то близким, это потеря связи. Это по стрессу, по стубальной шкале, это 72 балла. а смерть это 90 там с лишним баллов. То есть это ближайшая травма к смерти. Это считайте, что человек жил там 10-20 лет и развелся. Это как будто все умерли, понимаете? Для него такая боль. Потому что он настолько переплелся уже, настолько друг друга диффузия произошла, плетение, да, и вот этот отрыв как по-живому. Если ему помочь расплести все поля и эмоции, он различит, за одну встречу можно это сделать. Я много раз это делал за одну встречу. Но если под этим есть еще подоплеки, такие как «я жил у бабушки, и бабушка умерла, она была единственной кормилицей там, и за мной заботилась», а тут развод, как бы, да, то это совсем другая история. Там 2-3 истории может быть. Понятно. Поэтому может быть 2 раза. Но все равно это недолго. Разобраться можно тогда за 2 раза. Понимаете, я не вижу смысла ходить с этим 10 лет. Почему? Да. Потому что там нет ничего особенного такого, что невозможно решить за 1-2 раза. Нету такого. Понятно. Евгений, уточните, пожалуйста, просит. Извините, пожалуйста, я не совсем поняла про попросить прощения у человека за осуждение. А если этих людей уже нет живых, тогда у кого просить? У этого же человека. Человек, понимаете, человек это замысел. Не надо путать тело человека, который умирает, и замысел человека. Ну вот у меня отца нет очень давно, но я не могу сказать, что у меня папы нет. У меня как папа был, так и есть. В моей семье, в моей памяти у меня есть отец. Я не считаю, что у меня отца нету. Его тела нету рядом со мной, его здесь рядом нет, он где-то есть. Поэтому если вы отнесетесь, что есть тонкая часть человека, которая замыслена создателем, она не умирает. Отец и мама, они навсегда, то вы можете всегда с ними общаться, вы можете их чувствовать даже, независимо от того, что у родителя уже рядом тела его нет, и уже давно нет, вы его почувствовать можете. Почему? Потому что это ваша внутренняя связь вашего сердца с фигурой вашего родителя. И там должно быть тепло и любовь. Понятно. Мы же не общаемся снаружи с людьми, мы общаемся с ними внутри. Мы строим фигуры внутри и там строим отношения, не снаружи. Поэтому люди верят, что они общаются с людьми снаружи. На самом деле от ваших глаз, от ваших ушей, от ваших губ нету никаких чувств, нет никаких ощущений, нет никаких картинок в голову. Идут в мозг только нервные импульсы, а там вы все представляете. Вот как вы там представили, во что вы поверили, вот с тем вы и живете. Так что разбирайтесь с внутренним миром. Для этого необходимо, конечно, устранить невежество по поводу устройства человеческого восприятия. И, в принципе, вывести эмоции эти наружу, понять, что если вы не можете развязаться с человеком, значит, там не та история, значит, там не хватает правды, значит, там чего-то нет. Правда сильно лечит, правда. Понятно. И любовь, конечно. Евгений, а состояние счастья, это что-то природное, то, что тебе дано, или над этим надо работать, трудиться? Да, это абсолютно естественно для человека состояние. Быть счастливым. Когда он свободен от всяких страшных историй в своей памяти, у него нет никакого напряжения, он абсолютно становится счастливым, без всякого повода, точно так же, как и радостным, потому что он живой, потому что он чувствует себя, чувствует жизнь, он становится счастливым человеком. Но чтобы быть человеком, вы помните, придется что? Трудиться, становиться и так далее, и так далее. Придется пройти путь. Как в семье. Вот многие приходят и говорят, я хочу такого мужа или жену, который сразу буду счастливым человеком. Но я хочу сказать, что такого не бывает. Это можно удержать месяц, 2-3, это состояние влюбленности, этот кайф. Но потом мы снова вернемся в обычные отношения, в быт, со своими убеждениями. Мы будем не понимать друг друга. Поэтому, как говорят старики, пуд соли придется съесть вместе. Вот когда люди жизнь прожили, уважают друг друга, тогда они чувствуют такую близость и любовь, которую никто по первой встрече не чувствует, потому что нужна общая реальность, нужен общий смысл, нужно общее будущее, нужно уважение, нужно понимание другого человека. Вы не можете достичь уважения и понимания другого человека от одной с ним встречи, если вы хотите с мужем или женой жить счастливо. Вам придется с человеком жить, его познать, увидеть, из чего он состоит, ему придется вас узнать. Поэтому это всегда путь, нету однозначного, мгновенного решения ни в чем. Всегда путь. А как, это вопрос матери, как сделать так, чтобы твои дети были счастливыми? Может быть, не грузить их там слишком много занятий, слишком много домашнего задания, не надо от них требовать много, или наоборот, требовать очень многого, чтобы потом когда нас уже не будет, но мы знаем, что у них достаточно запас прочности. Вот как правильно. Вы сказали, очень хорошие, сами же ответили на вопрос, Елена. Вот мудрость никуда не деть. Смотрите, суть. Если вы хотите, чтобы ваши дети были счастливы, вы должны достичь двух целей. Две цели, как минимум родительские цели. Первая цель – научить ребенка, чтобы он различал свои чувства и чужие чувства. Различал это. Чтобы он не путал себя с другими, понимаете? Маленькие дети не различают, границ не имеют. И я не видел семей, в которых объясняли, вот ты сейчас злишься, вот я сейчас расстроена, у меня сейчас печаль, вот это вот радость, вот это вот счастье. Никто не обозначает состояние. Учитесь сами и учите ребенка различать свои состояния, чтобы он понимал себя. Раз. Что, если он будет понимать, что состояние зависит от него, он будет искать причины, он будет устранять или понимать, как себя позиционировать, чем заниматься, чем не заниматься. Он будет чувствовать. Это очень важно. Знать, что ты чувствуешь, различать. И второе, научите его жить самостоятельно, чтобы он себя мог обслужить сам. Чтобы он мог за собой ухаживать. Если он научится за собой ухаживать, он будет ухаживать за другими в том числе. Он сможет их накормить. Когда вы говорите ухаживать, вы имеете в виду что? Мог там себе еду приготовить, за своим телом. Погладить? Да, погладить, постирать, то есть быт себе обеспечить, самостоятельно входить в контакт с людьми, чтобы он был автономен, способен жить. И тогда вы будете спокойны, вы будете знать, что этот ребенок всегда везде справится, познакомится с людьми, пойдет в отношения, заработает денег, будет кушать, будет спать, у него будет дом, у него все будет, он себе заработает сам. Поэтому вы учите и приучайте детей к труду. Автономия без труда невозможна. Начинается все с бытового труда, с бытовых расписаний. Если мы уберем все требования, смотрите, вы сейчас такой вопрос задаете, он с точки зрения теории очень интересный. Есть цели, например, да, у нас есть цели в жизни, есть свободы, достигать их или не достигать. Есть барьеры. Представьте, что нет никаких барьеров перед вашими целями. Знаете, что вы обнаружите? Что люди не хотят достигать того, чего нет препятствий. Представьте, что нет свободы, только одни барьеры ты никогда не достигнешь. И люди снова себя чувствуют в депрессии. Поэтому, когда есть цели, должно быть достаточно свобод и достаточно барьеров. И тогда человек, преодолевая барьеры и достигая цели, будет счастлив. И у него должны быть свобода выбора или так достигать, или по-другому. Вы увидите, что здесь баланс есть определенный между целями, барьерами и свободами. Так что ответ можно, конечно, быстро сделать, но все равно научить ребенка трудиться – это жизнь, это путь, это годы. Научить следить за собой, ухаживать за собой, за своим здоровьем, да, следить, понимать, когда ты болеешь, когда не болеешь. Уметь обращаться за помощью. Это же все про, вот, когда мы говорим, уметь жить. И тогда ты будешь как мама спокойна. А вообще, когда уже все, уже время потерянное, уже дети взрослые, уже какие есть, так сказать, мы молодые рожали тоже. В этот момент у тебя остается одно действие. Просто их любить. Такие, какие они есть. Золотые ваши слова, Евгений. Друзья, если вам понравился наш сегодняшний эфир, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь, идите на сайт Евгения, где найдете столько всего полезного и интересного. Я хочу закончить наш эфир словами нашей слушательницы. Она сказала: Евгений Теребенин и Елена Ханга – отличный тандем. Спасибо за разговор. Так что извините, что за саморекламу. Спасибо. Спасибо, да. Но ищите терапевтов души на сайте терапевты души просто и все. Там много людей, которые могут вам помочь. Не оставайтесь одни в проблемах. Елена, спасибо. Как обычно, у тебя все структурировано, красиво, быстро, энергично. Спасибо, приятная встреча. Большое. Надеюсь, еще увидимся. Не последний. Слава Богу. Надеюсь, не последний. Все, счастливо. Слава Богу.